про децимацию, как работало, насколько было эффективно. Когда-то работало, ко временам Цезаря был страшный анахронизм и практически не применялось. Последний раз применял Марк Крас, когда некоторые слабые духом и с пониженной моральной ответственностью люди сбежали от Спартака. Ну, как-то сработало. Но учитывая, что от этого отказались, в условиях регулярной армии это было бессмысленно.